Добрый день, с вами Шурин Жора Медведева, и сегодня вашему вниманию хотим представить не совсем обычную для нас нагайку. Как видите, она не плетеная из сыромяти, а выполнена путем сшивания нескольких слоев кожи. За счет такого способа изготовления она получилась заметно дешевле. Способ при этом традиционный, встречался на Кавказе не только. Конкретно эта нагайка выполнена в кавказском стиле со шлепком и с петлей на палец. На эксплуатационное качество данный способ влияет не сильно. Она все такая же надежная нагайка. Так что имейте в виду, если захотите заказать, пишите, звоните. Ну а под видео ставьте лайк. До свидания.